Наконец-то реставрировали скульптуры Мишки, козликов этих. И вот она, живая скульптура лошади, которая ходит по Брянску везде. А сейчас они возле каштана просто в тени отдыхают. Никому дела нет до лошадей. Ходят свободно, куда им нужно. По центру, по улицам. Живая тушенка. И стоят. Среди скульптур и живая скульптура. Везде, куда ни поедешь, везде их встретишь. И в сквериках, и в парках, и на улицах. И везде, где люди отдыхают. Везде они. Идут лошади памятнику Ленина по всему скверу. Два огромных. Вот. Прогулка по скверу. Дальше пошли. Главное, по дорожке. И пошли к вечному огню. Вот они побыли, походили по скверику. Там травки поели. И вот они идут, направляются прям. Вот они. Идите, идите, идите. Мимо коляски мои нас. И вот они идут. Даже как будто они все время здесь ходят. И никто им не мешает. И они как бы не мешают никому. По дорожке, по скверику и пошли. Куда они пошли, кто его знает. Вот. Ну, по цветам. Нет, мимо цветов пошли. Ходят сами по себе. Куда ни пойди, везде две лошади. Возле магнита. Возле Пушкинского. ТРЦ Пушкинский. И две лошадки. Гуляет магнит. Вот они. Вот гуляют две лошади. Куда ни пойди, везде они. Бесхозная. Почет и уважение.